Всем привет. Записываем АС-вал голдовый. Будем бегать с париком на скорость передвижения. Купоны, разумеется, все. Перки. Разброс минус 2. Дальность броска и ловкость. Погнали в убежище за синих. Кстати, в качестве пистолета можно взять РБшку. Нормально будет. Тут в комнате много дуалов, судя по всему. Миссия провалена. Начало миссии. Что у нас? Три туда, три сюда. И что, мне мидл держать? Попадание в голову. Альфа людей не осталось у нас. Двойное убийство. Ай. Попал бы, наверное, шотнул бы. Но я промазал. Блин. Второй вылез. На 30 патронов очень мало. Всегда рука тянется перезарядиться. Нужно как-то стараться контролировать себя. Миссия потому провалена. Что вал тут даже 10 патронов, в принципе, достаточно, чтобы... оборону держать. Даже против двоих. Ауч. Со спины подкрался, а его ждут. То есть я на ящик залазил. Человек уже стоял в позиции и ждал. Со своей респы стоят, ждут. Миссия успешна. Начало миссии. Ой, чья наша? Здесь в Альфе есть. Бомба была установлена. Спалил меня, нет?
двойное убийство. Хорош. На всякий случай сяду. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии. Ой, хорошая. Сейчас наши респы могут прийти. Да откуда угодно могут прийти. Так, еще трое. Попадание в голову. Тройное убийство. Мастер. А, еще один. Слышу. Не понял, что он за машиной-то бегает. Думал, за углом стоит. Провалена. Начало миссии. Чё за граната? Блин, не поджимай. Так, дол на мидл упал. Меня за тут были. Сюна бы никого нет бы упала. На доступ противник. Тэшки перестрелял аук. Ну тут аук виноват. Бомба была установлена. Ну бомба на Б. Сказать-то ему некому.
Ленте стоит, судя по всему. Круто. Миссия провалена. Надоело мне на Б ходить. Хотя тут такая толпа. Просто там делать нечего. Там еще один? Головорез. Снова перезарядка и снова тоже. С нашей. С левого поря? Нет. Shift послышался. Бомба была установлена. Остался коцаный. Бомба деактивирована. Нормально. Миссия успешна. Начало миссии. Тут уже выбора не было. Какой живучий. Есть на их респех. Топал же, мне же не показалось. Может, мидл? Вообще АФК. Не ФКшник. Начало миссии. На самом деле вал заставляет осторожно играть. Потому что чуть постреляешь больше, чем нужно. Хотя сейчас более-менее. Когда я с четвертым скориком пытался, еще перед записью, у меня прицел летал только так. И, кстати, у меня еще нет кумулятивных патронов. Они дают урон, но снижают отдачу на 10%. Точнее, увеличивают. Попадание в голову. Двойное убийство. Победила синяя команда.
Посмотрим, какую карту сейчас поставят. ДЦ, в принципе, неплохо, но с валом. Как-то приятнее, когда соклан с тобой, а не против. Начало миссии. Была установлена. Попадание в голову. Ну, 5 патронов хватило. Только в руках оказалась не РБшка. Миссия успешна. А, Неос. Начало миссии. Видали, как прицел заводило при быстрой стрельбе? И вот это уже не контролится. Ух ты. Да, я вижу, что точка А. Бомба была установлена. Засада. Начало миссии. Установлена. Начало миссии. Ну, что-то тут-то они пока слабо сопротивляются. Попадание в голову. Была установлена. Головорез. Ух ты. Как умудрился попасть? Начало миссии.
Ну окей. А я фул. Бомба была установлена. У меня и свои есть. Так, опасно тут стоять. Миссия успешна. Начало миссии. Угу. На бананчике стоит. В альфе стоит. Защита шлема. Миссия успешна. Начало миссии. Ну ладно, на доски не отвлекаемся. А то всех разберут. Хирасия. Такой снайпер смелый. Давайте-ка похилим 24 хп. С дома настреливает. Попадание в голову. Я один, их трое. Знаю, что в доме есть. Может, слева сидит? Ну-ка, ставить. Была установлена. Бомба деактивирована. Вот сейчас был минус аптечки. Не мог задымить окна, чтобы миссия убежать. Миссия провалена. На стрит. Начало миссии. Хотя, может, и под дым меня бы не пропустили, но был бы шанс хотя бы. А со стрита защищаться намного удобней. Бочка. Бомба была установлена. В голову. Двойное убийство. На раунд наш. Бомба взорвана. Вот она, сила стрита. Миссия успешна. Начало миссии. Thank you.
Альфа наша. Ну их еще шестеро. Четверо. Я его не слышал. Один на один. Должен затащить. Она поднимается. Нормально. Миссия успешна. Начало миссии. Зараза. Ой-ой-ой. Ну, этот товарищ что сидит? Понимаю, 4 хп страшно. Ну чё это такое? Чё за посиделки? Начало миссии. Ну, 8 мало кикнуть. Мы 8 на 8 играем. Меня так и тянуло девяточку нажать. Попробуем. Хера себе меня. Напугал. Бомба была установлена. Победила красная команда. Сразу РБшку взять. Так, ДЦ за синих.
Ну ладно. За синих-то явно потяжелее будет. Да не, они нас просто сейчас вынесут. Инфосотка. Как мы там за красных-то выиграли? Не понимаю, у них состав-то сильный в команде. Начало миссии. Так, чё, бананчик? Прибежать успел. Попадание в голову. Бомба была установлена. Головорез. Рандомчик. Бомба в альфе. Между прочим. Ай-яй-яй-яй-яй. Поторопился немножко. Сидит, зараза. Я ж напугался. Погоди, ну ты же ее слышал. Видимо, без звука играет. Миссия успешна. Начало миссии. Ай-яй-яй. Была установлена. Не полезу больше в альфу. Пойду в дом и буду там стоять. Зигу охранять, в альфу поглядывать с дома. Миссия провалена. Или на банан сбегать. Давайте на банан. Ладно, не пойду на банан. Так, а чё ПДЛ? Я ж не хотелось бы на команду ругаться. Но мне с валом ДЛ охранять, это вообще не то, что нужно. Миссия. Только если развернуться провалена. И бежать на длину. Кто-то топнул. Может быть, квадрат. Бету взяли. Бомба была установлена.
Миссия провалена. Не знаю, куда не пойду. Падает с другой стороны. Если, конечно, сам не умираю. Четверка где-то. ЦК или коробка? Коробка была. Окей. Попробуем еще. Только нужно быстрее на Зигу возвращаться. Да ладно. Бомба была установлена. Вот ему, наверное, тоже сейчас обидно было. Спину не убить. Хорош. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии. За синих ДЦ вообще не клеится. Миссия успешна. Начало миссии. Так, он где-то убил только что. Попадание в голову. Защита шлема. Миссия успешна. Начало миссии. Ну я ж тебе в голову стрелял. Он успел раньше выстрелить.
Охренеть. Его выкинуло. Это, наверное, обидно было. Там же у меня тиммейт был. А я тут даже не понял. Тут ЦК. Не, ну с моей стороны ДЦ за синих слита. Миссия полностью. Успешно. Прям вообще. Да. Блин. Бомба была установлена. Нормально. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии. Да чел. Можно же остановиться пострелять, но никогда за тобой кто-то еще бежит. Бомба была установлена. Нифигово. Там пикселек такой тоненький был. Ну, мизантропчика он вряд ли затянет. Хотя, эх, одного рандомчика бы хватило. Миссия провалена. Начало миссии.
Как будто тут ловить нечего, нужно на бейте. Или на Б тоже ловить нечего, а не фул респа. 30к точно есть. Инсайт есть. В голову. Бомба была установлена. Сразу. А, его кашлял, он перезашел в эту же комнату. Так он был против, теперь за нас. Миссия провалена. Начало миссии. В голову. Бомба была установлена. Видишь? Еле-еле. И второго туда же. Бомба деактивирована. Победила синяя команда. Блин, ну и какая же прогулка без Люксвеля? Сейчас или тут Люську поставят, или пойду искать. Там поставили Дук. Вот тут Люська. Счет 1-0. Я предпочитаю за красных. Начало миссии. О, один ФКшник. Один вылетел. Девятка. Один в два. Ну, он со снайперкой может чудить. Не в этот раз. Бомба деактивирована. Миссия провалена. 7-7. 7-8. Ладно, давай не спеша. На ковше небольшой поджим. А что это такое стреляет? Томпсон на НТ. Уф! Ковш минус. Хотел прокидку дать, на НТ чела убили. Постоим в тумане.
Здорово. Лишь бы не прокид сейчас. Нету гранаты, чтобы закинуть. Надо сокращать дистанцию. Зараза. Сейчас обидно было. Миссия провалена. Начало миссии. С нашей пушат или нет? Я что-то не понял. Ух ты! Вроде не слышно нашу. У меня еще две гранаты есть. Зря пожалел. Блин, опять этот дым положили. Двое с нашей таки пришли. Надо запомнить. Что-то у него дамага не хватает. Миссия провалена. Спасибо. Бомба была установлена.
Ну чтоб тебе с семерки вышел. Тут дым положил этот. Сам пушить пошел. Миссия провалена. Начало миссии. А блин, ну тут я, по-моему, вообще сейчас выкушу. Ну да. Один бедолага на меня выскочил. Так бы и вообще никого не убил. Он простой дым бросает. Ну уже даже не напугаешь никого. Обает на ФКшника. Давай девяточку. Может кто активный зайдет. Миссия успешна. Начало миссии. Там чего на нашей? Из-за стрельбы не слышу, есть кто или нет. Все трудно поспорить. Миссия провалена. Начало миссии. На нашей опять никого. Ну, хомбы, гранату сейчас сюда.
попадание в голову. Олег на Б. Не успел я. Бомба была установлена. А, последний. Миссия успешна. Я ждал, что сейчас еще полкоманды вылезет. То ли девятки, то ли с мидла. Отступаем. Зараза. Хоть и обидно, но я нолик. О, а это было не массовое. Это одному хедшот, одного с гранаты. Видите внизу значки массовые с гранаты в голову. Это потому что один хедшот был. Миссия успешна. Начало миссии.
Где, интересно, на Б сидит? Бомба была установлена. А. Интересненько. Да ё-моё. Бомба была установлена. Попадание в голову. Двойное убийство. Попадание в голову. Победила красная команда. Ну и сменку я бы тоже сыграл. Так, одну секунду. Погнали. Сразу не стали запускать, вышел поискать что-нибудь еще. Ничего не нашел, смотрю, эту запустили. Вернулся сюда. Прям не люкс или какая-то больничка. Миссия успешна. Начало миссии. Угу. Ой. Это я удачно зашел. Миссия провалена. Начало миссии. Дейл пока живет.
Там, походу, все в библе сидят. Один отпушился. Второй отпушился. На альфе у нас никого. Ага, еще один упал. А их все еще 5 человек. Зараза. Миссия провалена. Начало миссии. Да шоп его. А чё, на НТ стоит АФК шот? Попадешь ты в голову. Миссия успешна. Начало миссии. Альфа упала. В голову. Головорез. Пойти попытаться. Ага. Бомба была установлена. Так легко. Тут за НТ вообще стоял, что делал? Бомба деактивирована. Стоит в полный рост. Миссия успешна. Начало миссии. Как будто сейчас пушить будут. Да ё-моё.
Хороший выстрел. Миссия успешна. Начало миссии. Блин. Не залетает у него. Бомба была установлена. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии. По-моему, рановато. Они все где-то в библе, на респе. Миссия успешна. Начало миссии. Ох, ё. Откуда ты тут взялся? На DL есть. А на NT есть. Как он просочился?
Миссия успешна. Начало миссии. Да ё-моё. Оживились, сразу вдвоем смотрят. А пока меня убивают, хрен кто что сделает. Миссия успешна. Начало миссии. Зараза. Победила синяя команда. Ну ладно, думаю, на этот раз хватит. Вал, конечно, прикольно для разнообразия, но максимально неудобно играть. На этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.